отставной генерал вооруженных сил США Роберт Скейлс, рассуждая 11 марта на американском телеканале Fox News про конфликт на Украине, призвал, цитирую, «убивать русских». Конец цитаты. В Украине уже все решено. Единственное, как США могут повлиять на происходящее в регионе и изменить ситуацию, это начать убивать русских. Убивать русских! Убивать так много русских, чтобы даже российские медиа не смогли бы скрыть тот факт, что русские возвращаются на родину в гробах. Однако без нашей боевой поддержки с нынешней готовностью Киева это вряд ли произойдет. В этой связи хотелось бы сказать следующее. Некоторые американские военные и политические деятели, начавшие убивать еще во Вьетнаме, вроде генерала Скейлса, никак не могут угомониться. Лютая русофобия застит им глаза, и они уже не в состоянии адекватно воспринимать реальность. Не менее отвратительно, что призывы к убийству наших соотечественников, нас с вами, прозвучали в эфире одного из ведущих общенациональных телевизионных каналов США в прайм-тайм в расчете на максимальную зрительскую аудиторию. Именно так центральные средства массовой информации этой страны формируют в американском обществе атмосферу ненависти к России. Причем тон оголтелой антироссийской пропаганде задает официальный Вашингтон, изо дня в день тиражирующий агрессивные заявления. Мы делаем из этого соответствующие выводы. А господину Скейлсу стоит обратить внимание на то, что против него возбуждено дело по статье 354 Уголовного кодекса Российской Федерации.